Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых неприхотливых аквариумных рыбках. Вы давно заглядываетесь на аквариумы, но все никак не можете решиться на то, чтобы завести у себя дома подводных обитателей. Боитесь, что уход за ними будет слишком специфическим и тратить на него вы будете слишком много времени? Да, аквариумные рыбки – питомцы с особенностями, и начинать знакомство с ними лучше самых неприхотливых представителей. Итак, 5 несложных в уходе аквариумных рыбок, идеально подходящих для начинающих аквариумистов. Гуппи – живородящие рыбки, которые хорошо смотрятся в любом аквариуме. Их привлекательный внешний вид сделал их крайне популярными для аквариумного разведения. Гуппи – неприхотливые рыбки, они всеядны и легко размножаются. Для их содержания подходит достаточно широкий температурный диапазон – от 23 до 28 градусов тепла. Гуппи миролюбивы и не представляют опасности для большинства других аквариумных рыбок. Сомики коридоросы миролюбивые и в большинстве своем медлительные рыбки, которые предпочитают вести ночной образ жизни. Эти рыбы хорошо уживаются с большинством других видов аквариумных рыбок. Они не дерутся за еду и любят довольствоваться падающими на дно остатками. Помимо жаберного для коридороса, также характерно еще и кишечное дыхание. Меченосцы – выносливые неприхотливые рыбки с яркой внешностью, в содержании просты. При уходе за ними необходимо следить за тем, чтобы в аквариуме всегда была качественная аэрация и фильтрация. Также рекомендуется еженедельно менять 1/3 от общего объема воды в аквариуме. Оптимальная температура для содержания меченосцев варьируется от 20 до 26 градусов тепла. Однако эти рыбки хорошо переносят снижение температуры в аквариуме, если в этом присутствует необходимость. Да, неоподвижные рыбки небольшого размера, они не особо требовательны к температуре воды, могут жить в аквариумах с температурой от 16 до 28 градусов, хотя все же оптимальной для их содержания считается температура от 20 до 23 градусов. Для их содержания подойдет просторный аквариум с крышкой. Эти аквариумные рыбки отличаются прыгучестью. В еде данио непривередливые, они с удовольствием поедают все виды корма. Неоны – блестящие рыбки, которых часто используют в качестве питомцев, украшающих аквариум своим присутствием. Лучше содержать их стайками по 8-10 штук. Они достаточно миролюбивые, поэтому соседями для них вполне могут стать другие небольшие спокойные рыбки. Количество кислорода и состава воды неоны не слишком требовательны, однако в аквариуме должно быть много живых растений и укрытий. Корм допускается для них как сухой, так и живой. Все перечисленные аквариумные рыбки идеально подходят для новичков. Они не представляют особых сложностей в уходе. Если вы давно мечтали стать настоящим аквариумистом, то начать свое погружение в мир подводных обитателей лучше всего с перечисленных аквариумных рыбок. О других интересных фактах из мира домашних питомцев вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!